Pá, всем всем желаю пожаловать в Deus Ex Mike Divided, да. Погнали. Пробел. И да, мы были тут ассасинами. Проверим, у нас есть какие-то другие сайт-квесты. Есть сайт-квесты. Лучше помолчали бы. Тут подлагивает слегка. Это странно. Слишком сильно подлагивает. Ничего подозрительного. Привет. Hello. Может сюда пойти, но мы пойдем в другое место. Могу сюда пройти, могу. Ну, конечно же, тупик. Газ. Шариф, я нашел Орлова. Он мертв. Что? Это точно он? Ну, его я, по идее, раньше не видел, но видел точно такого же доктора на Аляске, в той клинике, про которую рассказывал. Тогда его звали Макфаден. Боже, Адам, а что именно с тобой делали в клинике? Я не знаю. Я был в палате коматозников. Клиника управлялась ВОЗ. Комплекс 451. Можете разузнать? Конечно. Я обыщу его тело. Вообще. Его, посмотрю, что там есть. На камеру, не? Тайники там. Тайники есть. Пятый уровень защиты. Если взломать компьютер. Давайте я прокачаю наконец нам взлом, а то мы не можем взламывать. Что такого? Давай, взламывайся. Ну, погнали. Ладно. Не получилось. Что, дверь нельзя открыть? Коробочки. То есть моя цель тут взломать, да, это все? Ну, ё-моё. А взломать-то не могу. О. А это ее дом? Интересно. Понятно. Тебе понятно, куда идти. Да ё-моё, что издевать? Ну
Ну вот. Доступ разрешен. Никаких паролей тут нет. Взломать этот компьютер. Надо еще постараться. Ну, мне достаточно легкий взлом тут пойдет. Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен. Странно, что я не взломал первый раз. Он у него есть, да. Нет, нету ничего. У него есть это, но ё-моё. Карточка такая. Прикольно. В компе ничего нету. Сейчас мне взломать этот сейф, да? У меня есть этот взлом. Фигня для взлома. Может, пятый уровень это слишком. Ну, могу сделать ее. Где она у меня? Сейчас сложнее, тем дольше он взламывает. Меня. Да ничего себе тут. Надо еще обыскать, да? Дело. Интересно, что у него данные обо мне делают. Ладно, странно это, ну ладно. Продержаться бы эту смену. Я их о помощи просить не буду. Я сказал, что не буду этого делать. Алло. Ладно. Ему нужны наши деньги или нет? Неужели Рукер правда мертв? Этот ублюдок давно нарывался. Работает полиция. Лезут в шум и лезут в бег. Не говоришь. Не, подождите, я не хочу зайти. Ну не хочу зайти, там сложно, я не могу туда пройти. Ну ладно, го в базу, потому что туда я не хочу идти. Руки за голову! Арестован по подозрению в убийстве! В убийстве? Кого? В участке про все подробно знаю. Даже командиром нельзя доверять. Так даже, да? Даже командиром. Мне понравилось, как эти охранники из банка на меня смотрели. Охранники из банка. Я могу сырочка отошлить от меня. А чуть-чуть. Кто-то с русскими в десны жарится. Что это? Не делай так больше. Я заплачу. Пустите меня в пасе. Тоже хочу. Тут у этих пасе. Сейчас не такая помощь. Вообще, я тоже туда хочу. Видишь, что я? Нет? Я тоже. Здорово. Спасибо. Кстати, насчет плащ. Смотрите, у нас что есть? У нас есть одежда, время недоступно, окей. Гайд кирдец. Ёма, ну что же поделать?
Adam Johnson, yeah, I get on the same eye. Эй. Все, я сломал себе систему. Тебе будет крутиться все это время. Дэниел Флетчер, ты гений. Как дела? То что такое? А, привет, Адам. Как дела? Миллер меня послал. Мою работу проверить? Серьезно? Я же сказал, будет готово, когда будет готово. Адам, тут торопить нельзя. Идеал требует времени. Верно. И? И я был прав. Но не молодец ли я? Ну, что нашел? Изолированные фрагменты того, что похоже на часовой механизм для бомбы. И смотри, вот это станок. Станок? Часовым механизмом были наручные часы? Так вот, мистер Скептик, использовать механический часовой механизм не так глупо, как кажется. Охранные сканеры могут засечь любую подозрительную электронную цепь. Так что лоу-тек решение... Отличный выход. Часы станока делаются здесь и под заказ. Пожалуй, зайду в магазин. Он, наверное, закрыт. Попробую найти второй вариант. Какой? Есть! Номад станок. Основатель и владелец магазина. Живет в районе Давный Обвод, рядом со станцией Пилигрима. Это по-чешски путник на Дразе. Здание номер 96. Ну что, в Чехии или Польше, я могу понять. Спасибо, я проверю. Отлично, сообщи потом результаты. Ну серьезно, непонятно. Я в Чехии или... Польше. Это курва, курва. Почему мы не... Это кто-то на кого-то подумаешь. Ладно, не бойся. А, не сканировала. Get tracked. Yes. Да, я снял все отметки. Нет, не надо было все отметки снимать. Что я делал? Все нормально. Полно информации, которую можно читать. Так лень! Не могу. Звук идет с той площади. Рядом с Тек-Нуар. Оттуда же откуда и дым. Чё? А, насчет одежды. Смотрите, у нас есть одежда. Так, у нас выглядит броня. Вот так, это наша классическая броня, которая у нас была в фильме Revelation. Наша новая. Здесь именно Revelation, а вот это у нас тоже было. Уже потом хилл Revelation, но мне вот этот плащ больше нравится, конечно. Лицензия, лицензия, да. Вот СДР. Что за место? Чё врывануло тут? Слышали, да? Прям взорвалось. О, смотрите, откуда мы пришли. А, да, может было отсюда прийти. Кто-нибудь что-то видел? На прекрати незаконное применение. Это перебор. Ты должен остановить это безумие. Кто-нибудь знает, что происходит? Отойдите от места преступления. После него, господи, я кодила. Через дорогу. Да уж. А что тут рвануло-то? Не, слушай, что взорвалось так нормально.
А, прикольно. Да с собаками так не обращаются. Хочешь прикол? Часики часовщика тикают. То, как это повлияет на мое портфолио. Ну, думаешь... Давай. Жопа хромированная! Слышь ты, молчи. Угу. Так, детальки понадобятся. Денушки тоже. Пистолетик, это нормально, да. Я видел на работе. Советую краткосрочную... Вот лестница, ё-моё. Кто их сюда так пихнул? Не лагай. Игра, не лагай. Пивосик. Кажется, или он живых уже нет. Распространяется по индийскому субконтиненту. Всемирная организация здравоохранения делает все возможное, чтобы остановить вспышку заболеваний. Это у них местная приставка. Уже начали как называется? Работу над новым лекарством в лаборатории Солото. Компании в Ракасеке. Тем не менее, источники в группе исследователей штамма утверждают, что возбудитель болезни мутирует так быстро, что вакцины устаревают. Сиди себе в кладовку и слушаешь партии музыку. Так, Ашанти, заряжу. Он так спит, что ли? Не верю. Ничего себе. Прям кого-то боялся. Да, ручная работа. Это был рандом, народ. Серьезно говорю. Это реал был рандом. Кокаин. Ну, я даже не ожидал такого. Мне надо сломать вот эту часть. Сейчас эту часть. Зафиксирована аномалия. И эту часть. Доступ разрешен. Кто такая? Водопав. С ее дочь. Норма, друг мой. Ты хороший человек. Хороший мастер. Ну что я говорю? Гляди в оба, Ном. Теперь они приходят ко мне, чтобы разобраться с тобой. Бизнес есть бизнес, мой друг. My friend. Ты настоящий художник. Я буду носить их с гордостью. Прощай. You are not my friend. You are my... Ow. Чё? Чё случилось? Пик групп. Пиклус. Групп. Кстати, нормальный логотип.
Так, я понял, мне надо в окно спрыгать. Друг мой, ты хороший человек, хороший мастер. Ну что я говорю? Гляди в оба, но... How the fuck I need to do? Как мне выбраться из этого? Легкие у меня не прокачаны. Чё? Как мне выбираться из этой ситуации? Я в ловушку попал. Она была для меня и для того чувака. Виктор Марченко. Может, мне замок надо как-то тут открыть, я не знаю. Друг мой, ты хороший человек, хороший мастер. Ну что я делаю? Так вот. Все. Смайли, станока дома не было, но я нашел приборы для изготовления бомбы и ловушку Двали. Ты серьезно? Да, но я выяснил, где его искать. В квартале Красных Фонарей, в баре напротив Красной Королевы. Отправляюсь туда. У нас в том районе есть пара агентов, они следят за Двали. Я их пришлю. Понял. Конечно. Свали. Тебе здесь не рады. Вали, железка. Таким уродом к нам нельзя. Вот это сейчас обидно было. Здесь было здорово, но теперь почему-то стало... Хорошее будет драться. Люблю смотреть, как... Принимаю кого угодно. Лишь бы у тебя кредитов хватало. Вот так. Интересно. Слушай, у меня дочь. Она уже не маленькая, почти 16. Ладно, забыли. Я не думал, что ты будешь против. Мне надо войти в помещение, да? Мы отселить вниз или наверх? Наверх я заберусь, это вообще на изи. Ё-моё. Адам. Чё ты творишь? О, да, так вот. До этого небольшого музыкального перерыва мы обсуждали кое-что серьёзное. Итак, продолжим, пожалуй. Итак, так, куда мне надо? На первый этаж? Туда. Тайюн. Туда не дают Тайюн, медикал взял. Я бы мило весь проект шерифа. Ну, еще сверху вниз, да, идти?
Сейчас моя цель, да, будет? Вылиться в массовую истерию и убийство. И вот, когда два года назад эти два фактора столкнулись, к чему это привело? Именно к тому, о чем я говорил. К убийствам. Убийствам, за которые эмоционально и физически мы расплачиваемся до сих пор. Теперь безумные ученые торговцы не... Не убивайте! У меня... Знаешь, что кишка там... Перекройте лестницы! Ты слышишь? Шевели булками! Подхожу. Я попался. На прицел не попади! И давай, ты что-то сказала? Не выпускай его! Так куда мне надо? А. Не пускай его в квартиру! Не высовывайся! Так. Засни. Что мне делать-то? Где? Эй, я гражданин. Ничего. У меня есть права. Вы не можете удерживать меня силой. Это я хорошо знаю. И ты будешь сидеть тихо и ждать, как маленький послушный часовщик. Находится вне юрисдикции любого правительства. И вы можете быть уверены в своей полной анонимности. Что он говорит? Погодите минутку. Я вас знаю. Вы были в мастерской. В чем дело? К тебе есть вопросы, Старок. У нас есть улики, которые говорят о связи тебя и твоей мастерской со взрывами на станции. Взрывы? Нет, я бы никогда... Да я даже не знаю, как бомбы работают. Вы взяли не того. Вот как. Убеди меня. У меня есть часовой механизм с твоим именем, а в твоей квартире инструменты для изготовления взрывчатки. Что мне еще думать? Но вы были в моей мастерской. И знаете, я чиню часы. Я не делаю бомбы. Это не мои инструменты. Это моей... Твоей дочке? Нет. Нет, слушайте. Заберите меня. Это я вам нужен. Она ни при чем. Я. О. Это я сделал бомбы. Нет, не похоже. Пытаться защитить дочь похвально, Станок. Но если возьмешь вину на себя, ты ей не поможешь. Расскажи мне все, что знаешь. Я... Да, вы правы. Эллисон была в армии. Ей всегда хотелось выделяться, быть частью чего-то большего. Она была такой чудесной девочкой, талантливой.
Теперь что? Что случилось? После инцидента Эллисон познакомилась с людьми. Они говорили, что друзья, но на самом деле хотели ее использовать. Паразит! А теперь они забрали ее. Вы должны помочь. Ее вины тут нет. Ее заставили. Успокойся. Что значит, они забрали ее? Мы с Эллисон должны были встретиться здесь вечером. Но явился один из этих и начал меня костерить, называя дурной плотью. Сказал, дочка передает, что они туда прощается ходил после со мной. Раздражается. Она бы никогда так не сделала. Они использовали ее, а теперь хотят избавиться. Ну, это да. В твоей квартире Радич Николадзе установил ловушку. Что? Почему он? Похоже, дружба для бандита — пустой звук. Что случилось? Я не богат, но мою мастерскую здесь знают и уважают. Радичу нравились мои часы. Он знал, после того, что случилось с Эллисон, мне нужны деньги. И мы заключили сделку. Но сделки для него словно красавицы. Всегда найдется та, что будет еще лучше. Твоя дочь знает, как это делается? Гораздо лучше меня. Она служила в армии. В ОВУ. Обезвреживание взрывных устройств. Ну, это понятно. Саперы. Да. В армии она была счастлива. Конечно, она знает, как бомбы делать. Ее аугментировали, чтобы она стала еще лучше в своем деле. Но после инцидента ее с позором уволили из войск. Эллисон была раздавлена. И тогда ее нашли эти новые друзья. Они использовали ее, а теперь хотят от нее избавиться. Да? Же так? Хорошо, что за друзья? Что ты знаешь об этих ее друзьях? Совсем немного. Они все аугментированы. Когда приходили в лавку, то говорили только с Эллисон. Если у тебя нет аугментации, ты для них никто. И они все время говорили о вознесении. Не знаю, что это. Это уже странно. Где мне искать Эллисон, Станок? Если бы я знал, то сам бы пошел и вырвал дочку из их лап. Я собирался на ее поиски, когда явились ваши громилы. Мы ее отыщем. Но тебе придется пойти с агентами. У них еще остались вопросы. Нет. Я должен. Должен ей помочь. Кроме нее у меня никого нет. Ну, чувак, сорян. Дай нам выполнить свою работу. Найдите мою дочь, или я это сделаю. Нет, я пропустил одну очень, очень дорогую вещь. На... Смайл, я говорил со Станом. Нам нужен не он, но у него есть дочь Эллисон, бывшая военная сапер. Она могла сделать он. Что будем делать дальше? Так, знаете, что, давайте прокачаем. Уж задолбался задыхаться. Станок говорит, что не знает, где. Пять таблетками балов! Так что агенты его задержат. Пока он ее не выдаст, расследование в Лондоне. Я прослежу, чтобы на него надавили и вытянули все. Хорошо. Сообщи, когда это будет. Так, куда мне теперь? Клянусь, я ни при чем! А, Харсила Миллера. Взломанные ими беспилотники атаковали Петербург. В США миллионы рабочих потеряли работу, когда коллектив опубликовал секретные корпоративные документы, из-за чего сразу несколько компаний обанкротились. Между нами... У меня дети! Все без толку! Ушел ложи, стенка. Пусть тут лежит. Что?
Так, опа-на. Есть доступ. Я ничего плохого не делала. Пожалуйста, нет, нет. Кто мне спалил? Я ничего плохого не делала. Не трогай меня! Не надо! А мне тоже еще что? Где кто-то тогда есть? Мне кажется, они мне не дают Praxis Points за каждый уровень. Это даже обидно, все потому что, как вам сказать, без Praxis мы никуда. То надо будет садистски пойти и найти эти места. Взломать и потом дверь. Если придется, мы применим силу. Все назад. А вот что рвануло. Если что-нибудь знаете, сообщите. А пока марш отсюда. Ну, сори, сори. Вот что рвануло у нас. Это взорвали. Угу. Ничего себе. Дворик прикольный. Я хотел бы, чтобы у меня такой же был. Вообще у них здание, смотри, какие крутые лестницы. Вот. Мне кажется, вот это будет очень круто выглядеть. Вот, потому что вот это прикольный стиль. Видите, да? Почему полиция бездействует? Позор же. Ну так не получится, это понятно. Девушка, извольте, конечно, а я вот так проберусь Алекс, в квартиру. Я в квартире Миллера. Тут комар носа не попутал. А ты чего ждал? Бывший спецназовец. Военная жизнь из кого угодно аккуратиста сделает. Адам, если там и есть секреты, они хорошо спрятаны. Ты от всех что-то есть. Так, нужно просто чтобы выйти на улики. Считаю, что несмотря на многие попытки взломать клинок, ни один хакер даже близко не подошел к решению этой задачи. Мне лично кажется, друзья, что преступники только впустую тратят время. Тоже так кажется. Да у них у всех плазмы, смотрите какие. Мне кажется, если такое у нас будущее будет, то вообще рай будет. Смотри, какая душевая пупенная. Ванна есть, вообще пупенная. Это, если помню, этот флаг Австралии. Тут вы говорите, что спрятано? Не думаю. Мне подобное в моей комнате лежит. Ладно. Ух ты. Поражен. Алекс, я, кажется, что-то нашел.
карта Миллера для доступа в НПС. Видимо, оставил ее, когда зашел в свой второй компьютер. А второй компьютер? Там что-то такое есть? Пока еще не проверил. Но мне кажется, теперь единственный вариант услышать весь разговор по НПС. Черт, опасно все это. Но иначе, наверное, никак. А что? Нашлось что-то по Версалайф? Дела хреновые. Встретимся в маленьком дворике у АГ-29. Я объясню. Это да. Не, квартирку у меня зачетная. Я бы от такой бы не отказался. Чили. Все, давайте сделаем последнее задание, закончим на эту серию. Может, я сам не знаю, сколько она идет. Хотя, может, идти сейчас вернуть игру проверить? Не знаю. Да, иду я правильно, все хорошо. Алекс, ты здесь? Привет. Спасибо, что так быстро. Не хотела, чтобы меня тут долго видели, если вдруг тебя задержат. Иногда я могу быть джентльменом. Ты сказала, у тебя что-то есть на Версалайф. Ага. В здании на пляже Рокосека пару месяцев назад нашли труп лаборантки, отдел особых разработок. Ее отравили, как и Рукера. Ее? А имя есть? Анна Кинорштадт. А что, ты там кого-то знаешь? Неважно, забудь. Я терпеть не могу Версалайф, Адам. Когда я работала на Белтаур в Панаме, я с ними связалась и влипла в дерьмо по самые уши. Это из-за них на меня идет охота. Они сказали моим боссам убить меня. Если они в этом замешаны, мы их достанем. Надо только знать, о чем именно речь. Расскажи мне про лаборантку. Информация по Нарштадт здорово засекречена. Ни полицейского отчета, ни вскрытия. Просто сноска на страховом деле. Несчастный случай на производстве. Она ведь работала с опасными патогенами, так? Вроде так. Янус думает, что это еще не все. Это он отчет нашел. Говорит, там все странно. Странно как? Много пустых мест, недостающих деталей. Я особо не уточняла. И спросить не догадалась, да? Хочешь сказать, я облажалась? Хочу сказать, что Янус много чего думает. И почему-то всегда дает ответы, даже когда никто другой их не знает. Тебе это не кажется странным? Кажется полезным. У коллектива везде есть люди, собирающие самые разные сведения. А Янус нас объединяет, помогает вычленять из всего этого смысл, ищет сигнал в белом шуме. И все же ты никогда его не видела. Никто не встречается с Янусом. Никто не знает, где он, кто он. Черт, даже есть ли он. К этому потом привыкаешь. Как по мне, главное — это его находки. Нарштадт была отравлена, Адам, как и Рукер. Может, тут какое-то биооружие? Возможно, карта доступа Миллера поможет нам все узнать. Как? Я не понимаю. Данные НПС хранятся в облачной памяти системы. Если я зайду туда как Миллер с его карты доступа, возможно, найду записи его разговора с боссами. Это да. Черт, Адам, это же не жучок поставить. Тебе прямо там сидеть придется. А если поймают? Вот объяснение. Рискованно, но я готов. Тебе решать. Но я хочу подключиться и все прослушать. Ты осторожнее там. Выходи на связь, когда получишь доступ к ключу. А я не разрешаю. Ну и ладно. Не хотите слушать мое мнение, ну идите в попей. Здорово, как тебе новый плащ? А, сори, ты же его не видел. Я же не поменял себе плащ.
Пляж. Пока спускаемся, в кликер поиграем. Да. Так, что мне тут прокачать-то можно? Кликеры, они такие. Ничего себе, 50%. Да-да, это я. Как вас тут наверх забираться, можешь мне сказать? Вот телевизор маленький, сравните тебя, в квартирах стоят. Это вообще какая-то фигня. Ну, это даже не телевизор. Алекс, я вошел. Что мне нужно знать, прежде чем сяду в кресло? Все НПС разные, так что я не знаю, чего ждать. Скорее всего, ты окажешься в виртуальной переговорной. Больше там никого не должно быть. А если будут? Они увидят Миллера, так что буркни что-нибудь и отключайся. Ну ладно. А где искать сохраненный разговор? Понятия не имею. Это вообще-то твоя идея. Голографические записи занимают много памяти. Может, придется проверить в нескольких местах. Буду действовать по ситуации. Точно. Чип Стукач еще на месте, так что мы узнаем, когда ты это сделаешь. Удачи, Адам. Ну, виртуальная реальность. Причем полное погружение. Тут все другое. Ух ты. О, прикольно. Телепорты. Чего? Башня опять управление лагнуло. Нет! Все опять взломать? Не лагает в этой... Даже не лагает, а фризит. Лаги и фризы — это разные вещи, если что, народ. Погнали сюда. О, с карты нет этой локации. Это ок. То есть это виртуальная реальность, да?
Ничего себе, лестницы прикольные. Нет, вот такой стиль вещей мне нравится, вот серьезно. Да хватит лагать. У меня игра лагает. Йо. Окей. Отсюда пройти можно будет. Это было достаточно легко. Да почему не лагает? Прикольная лестница, мне нравятся такие. А что я в таком бы доме жил бы, даже в таком стиле, как построено? Это тема. Тихо, не лагай. А что, нет никаких окон и так далее? Странно. Тихо. Я вам еще тот паркур есть. У меня все, у меня осталось тот мидл. Сад захватить мидл. Что тебя делать-то? Далеко. Как долго мне это будет работать? Долго ждать, когда отключится? А что теперь мне делать? Что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь? Вы серьезно, что ли? Нет. Ёооо.
ё-моё. Ладно, посидим, подождем. Че еще? Может даже не прятаться все потом, потому что нет как. Никто за нами тут не гонится. Да, народ, это такой, знаете, нудный уровень. Нудный этап. О, перестань. Раздражает, серьезно. Ну ладно. Дальше игра в телефоне лагает. Никогда не качать чаще сильно. Игры лагать будут. Да хватит играть. Тут, а тут. Ну что за облом, вот серьезно был. Так даже нечестно. Было. Все. Полез. Да все, успокойся. Не, я уже чуть-чуть долго тут нахожусь. Есть какой-то другой способ войти? Смотрите. Видите, да? Что за прикол? То есть тут другой способ войти нам надо. А, этот способ не работает все-таки. Разработчики подумали об этом. Это раздражает, что разработчики думают об этом. Эх, ладно, потратили мы полное времени. Ну и ладно, бывает, да. Угу. Как говорится, стандарт ситуэйшн. Searching. Послать твой отряд в Дубай решил я, но дальше мы действуем по правилам. Наша цель КПА. Хотите, чтобы я все повесил на них? Взрывы в Праге, грабеж Версалайф и Дубай? Официально во всех 5 атаках участвовали аугментированные. Это ясно? Да, сэр. Но чтобы это доказать, мне нужны отчеты, потому что КПА не действует в Северной Америке. Опа-на. Послать вызов. Гонконг. Альфа 1-0. У нас проблемы. Миллер хочет видеть отчет о взломе. Каком взломе? Который должен случиться в вашем комплексе в Сан-Франциско. Что? Что вы ему рассказали? Неважно. Я разберусь. Вероятно, это даже поможет мне разобраться с инцидентом. Что слышно от нашего человека из КПА? Немного. Ему приходится быть осторожным. Рукер может следить за ним. В таком случае пришло время использовать орхидею. Скажите ему. Рукера. Вы уверены, что это хорошая идея? Это облегчит фазу 2, но... Вы сомневаетесь во мне, Джозеф? Я просто опасаюсь, что совет ваше решение не одобрит.
Они сейчас уже не так едины. Кого-то из них, возможно, огорчит смерть Рукера. Но в данный момент нас интересует только Браун. Когда Рукер умрет, он обязательно сделает свой ход. Да. Приступайте. Ваш попа. Отбой. Алекс, ты все получила? О, да. И не говори мне, что это не доказательство, Адам. Это очень важно. Янус должен узнать об этом. Я сам хочу с ним поговорить. Устрой встречу и скажи, где. Посмотрю, что можно сделать. До связи. Я хочу такую штуку. Адам, что ты здесь делаешь? Свою работу, а ты? Извините, я тебя не допрашивала. Это должна была быть дружелюбная шутка. Не очень удачно вышло. В общем, я хотела узнать у директора, знает ли он, где сейчас Винс Блэк, глава отдела по организованной преступности. Блэк все еще глубоко под прикрытием в Двале, так? Да, так глубоко, что с такой глубины порой бывает сложно подняться. Он должен встречаться со мной раз в неделю, чтобы удержаться на плаву. Но не глубоко. Пришел на первую встречу. Насколько я знаю, Двали... С нуля. ...они не ограничены Чешской Республикой. Может, он уехал из города? Ну, нуля спустилась. Теперь там сидит нуля. Может быть, Бога-га. Ты поможешь мне узнать? Ого. Помогаем всем. Думаю, смогу что-нибудь. Ради Праксис я готов на все. Первый и последний раз у него в кабинете пару дней назад. Он был беспокойным, словно нервничал, что я там. Тогда, пожалуй, посмотрю у него в кабинете, пока я тут. Да, теперь-то уж. Послушай, Адам, в Лионе ждут мою первую часть отчетов, а директор Миллер точно не обрадуется, застав нас в своем кабинете. Так что, если тебе больше ничего не нужно, то я с тобой прощаюсь. Хорошо, если я что-нибудь узнаю о Блэке, я тебе сообщу. Спасибо. Пожалуйста. А мне куда? Я сумел отследить Винса до кинотеатра, показывающего классику, но как он оттуда выходит, камера не показывает. Это Йена или что? Берлин. Подпольные веб-сайты и радиостанции продолжают прославлять коллектив «Джигернал». Так, это понадобится. Тайную группу хакеров-мстителей, освещающих корпоративную коррупцию. Кто отказывается замечать журналисты, так это вред, наносимый этими борцами за справедливость. В прошлом году коллектив остановил дорожное движение в Лондоне, нарушив работу светофоров, из-за чего медицинский транспорт не мог помочь больным. В Чили они совершили массовый обман избирателей, сломав систему учета голосов. Можно было сюда еще. Родившего ребенка. В России. Делара, я в кабинете Винса. Кажется, есть зацепка. Винс собирался встретиться с информатором. Звучит интересно, Адам. Думаешь, это проверить? А как еще узнать, что с ним случилось? И случилось ли что-то? Давай не будем ждать худшего. Угу. Все, у меня все задания наружу идут, да? Ладно, раз, все. Пойдем дальше заниматься делами в следующей части. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилась серия. Она долго у нас была. Час целый играли. Вот. Да, все. Задержался немножко. Ну, что поделать, игра затягивает, и так, ну, по-другому никак. Вот. То есть, второй раз спасибо, что смотрели. Немножко вот так погромче себя сделал потом. И всем пока.